История христианской церкви началась здесь, на Святой Земле. У истоков этой истории стоит неповторимая и загадочная личность Иисуса Христа, человека, объявившего себя Сыном Божьим. Конфликт вокруг личности и учения этого человека начался еще при его жизни и продолжается по сей день. Одни признают его Богом воплотившимся, другие – пророком, незаслуженно возвеличенным своими учениками, третьи – выдающимся учителем нравственности. Четвертые говорят, что такого человека вообще не существовало. Иисус Христос не оставил после себя никаких писаний, никакого видимого доказательства своего присутствия. То, что осталось от Него, это группа учеников, которую Он назвал Церковью. Церковь является хранительницей учения Христа и продолжательницей Его миссии на земле. Она – место живого присутствия Христа. Христианство никогда не существовало без Церкви и вне Церкви. Последовать за Христом всегда означало не просто принять Его учение, но вступить в общину Его учеников. Через Церковь Христос продолжает свое дело – которое, совершившись один раз в прошлом, не перестает совершаться в настоящем. Не однажды только преподал Он Своим ученикам тело и кровь Свои, но всегда преподает их верным в таинстве Евхаристии. Не однажды спас Он человечество Своим крестным страданием, смертью и воскресением, но всегда спасает. И Церковь воспринимает события из жизни Христа не как факты прошлого, но как события неприходящего значения, не имеющие конца во времени. Именно Церкви принадлежит заслуга создания канона Нового Завета. Этот канон включает четыре Евангелия – от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Первые три Евангелия в науке называются синоптическими, потому что в них много сходного, местами текстуально идентичного материала. Они подчинены одной и той же хронологической последовательности и описывают в основном одни и те же события. Четвертое Евангелие стоит особняком. Оно написано как бы в дополнение к трем и останавливает внимание читателя не столько на чудесах и притчах Христа, сколько на богословском смысле его жизни и учения. Православные христиане с благоговением читают Новый Завет как собрание книг, повествующих о жизни и учении Христа, о первых годах исторического бытия Церкви. Но они не считают, что Церковь, основанная Христом 2000 лет назад, была чем-то принципиально иным в сравнении с той Церковью, членами которой они являются сегодня. Христос с той же полнотой являет Себя сейчас, с какой являл Себя Своим ученикам. Его присутствие не умолилось, благодать не оскудела, Его спасительная сила не иссякла и не убавилась. Между евангелистами имеются некоторые разногласия. Например, Матфей рассказывает об исцелении двух бесноватых, а в параллельных повествованиях Марка и Луки говорится об исцелении одного. Свидетельства о посещении женами-мироносицами пустого гроба Христа разнятся в деталях. Однако все эти и подобные разногласия объясняются тем, что об одних и тех же событиях писали разные люди. Одни были очевидцами событий, другие рассказывали о них с чьих-то слов, много лет спустя после описываемых событий. Наличие небольших разногласий лишь увеличивает достоверность рассказа евангелистов, доказывая, что между ними не было сговора. Что же касается разногласий по существу, то таковых между евангелистами нет. Иисус Христос описан в Евангелии как реальная личность, обладающая всеми свойствами обычного человека. Он рождается и растет, ест и пьет, устает и спит, скорбит и радуется, страдает и умирает. И вместе с тем Евангелие
неопровержимо свидетельствует о том, что Иисус Христос есть Бог воплотившийся. Иисус рождается, как и прочие дети, но не от мужа и жены, а от Святого Духа и Девы. Младенца приносят в храм, как и прочих первенцев, но его встречают пророк и пророчица и признают в нем Мессию. Он возрастает и укрепляется духом, живя в родительском доме. Но, будучи 12 лет, сидит в храме среди учителей и говорит загадочные слова о своем отце. Он приходит креститься на Иордан, как и прочие люди, но в момент крещения слышен голос отца и является Святой Дух в виде голубя. Он устает от пути, садится у колодца и просит пить у самарянки. Однако не пьет и не ест, когда ученики приносят пищу и предлагают ему. Он спит на корме лодки, однако, проснувшись, словом укрощает разбушевавшуюся стихию. Он восходит на Фаворскую гору и молится Богу, как и всякий человек. Однако во время молитвы преображается и являет ученикам свет своего божества. Он приходит ко гробу Лазаря и оплакивает смерть своего друга. Однако словами «Лазарь, выходи вон!» воскрешает его. Он боится страданий и молится Отцу, чтобы, если возможно, избежать их. Однако предает себя в волю Отца и изъявляет готовность умереть за людей. Он, наконец, принимает поругание, уничижение и распятие. Умирает на кресте как преступник, но в третий день воскресает из гроба. Слово «церковь» упоминается в Евангелиях лишь однажды. В Евангелии от Матфея рассказывается о том, как, проходя через страны Кесарии и Филипповой, Иисус спросил своих учеников: «За кого почитают меня люди?» Они сказали: «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков». Он говорит: «А вы за кого почитаете меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живаго». Тогда Иисус сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты Петр, и на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Евангелие от Матфея. Община учеников Христовых была той первоначальной церковью, в которой ученики усваивали божественное откровение из уст воплотившегося Бога Слова. Именно в усвоении этого опыта и состояло ученичество апостолов. Они называли Иисуса Учителем и Господом, и Христос принимал это как должное. «Вы называете Меня Учителем и Господом, и правильно делаете, ибо Я точно то». Задачу учеников он определял прежде всего как подражание ему. Умыв ноги ученикам, Христос сказал им: «Если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо Я дал вам пример, чтобы вы делали то же, что Я». Сознавая свое учительское достоинство, Христос говорил: «Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего. Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его». В то же время он подчеркивал, что его ученик – это не слуга и не раб своего учителя, это скорее его друг и сотаинник. «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего». Отношение Христа к ученикам отличается от его отношения к простому народу. Народ он учит притчами, говорит народу не все, некоторые вещи скрывает от него. «И приступившие ученики сказали ему: „Для чего притчами говоришь им?“ Он сказал им в ответ: „Для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат и не разумеют. Ваши же блаженны очи, что видят,
и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали». Евангелие от Матфея. Ученики Христа были той первоначальной церковью, которой Спаситель на Тайной вечере в Сионской горнице под видом хлеба и вина преподал свои тело и кровь. Это событие положило начало церкви как евхаристической общине. После воскресения Христова апостолы по завету Спасителя в каждый первый день недели, называемый Днем Господним, собирались вместе для преломления хлеба и совершения Евхаристии. На Тайной вечере Христос дал ученикам ту заповедь, которая легла в основу нравственного учения христианской церкви. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Евангелие от Иоанна. Иисус Христос учил апостолов, чтобы они могли передать Его Евангелие следующим поколениям. Однако центральным моментом проповеди апостолов было не нравственное или духовное учение Христа, а весть о Его смерти и воскресении. Именно воскресение придавало христианству ту уникальность и новизну, которая позволила христианам назвать свою веру Новым Заветом, по аналогии с Ветхим Заветом, который Бог заключил с народом израильским. Воскресение Христово является центральным фактом Евангелия и ключевым моментом истории Церкви. Однако этот факт был признан не сразу и не всеми. Воскресение Христово прошло столь же незамеченным, как и Рождество Христово. Из первых же дней после Воскресения у многих людей, в том числе у учеников Христа, зародились сомнения. Этого не скрывает и Евангелие, когда рассказывает о том, как ученики Христа, увидев Его воскресшим, поклонились Ему, а иные усомнились. Когда апостолы возвестили Фоме, одному из учеников, что они видели воскресшего Господа, он ответил: «Если не увижу на руках Его ран от гвоздей и не вложу перста моего в раны от гвоздей и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю». Евангелие от Иоанна. В этих словах проявился скептический разум человека, требующий логических, осязаемых доказательств. Но в христианстве ничего нельзя логически доказать. Ни бытие Бога, ни воскресение Христова, ни другие истины, которые можно только принять или не принять на веру. Бога не видел никто никогда. Эти слова сказаны не атеистам. Они принадлежат любимому ученику Христа, Иоанну. Несмотря на все попытки доказать бытие Божие, такого доказательства, которое убедило бы всех и каждого, не сумела представить ни одна религия. Не нашло его и христианство. Впрочем, оно его и не искало. Как и не искало доказательств воскресения Христова. Несмотря на кажущуюся бездоказательность христианской веры, миллионы людей приходили, приходят и будут приходить ко Христу. Верили, верят и будут верить в воскресение Христова. Признавали, признают и будут признавать бытие Божие, потому что они встретили воскресшего Христа на своем пути и узнали в нем Бога. И никакие дополнительные доказательства оказались не нужны. Так произошло с двумя учениками Христа, которые, возвращаясь из Иерусалима в Эммаус, встретили на пути воскресшего Иисуса. Поначалу они не узнали Его, потому что Его внешний облик изменился. Он говорил с ними на пути, вошел вместе с ними в дом, и лишь когда Он преломил хлеб, они узнали Его благодаря этому столь знакомому жесту. Но Он тотчас же сделался невидим для них. И тогда они сказали друг другу: «Не горело ли сердце наше в нас, когда Он говорил нам на дороге?» И тотчас они вернулись в Иерусалим и рассказали ученикам о том, что встретили воскресшего Спасителя. Глаза не помогли ученикам распознать воскресшего Бога, когда Он был рядом.
они узнали его внутренними очами души. Но в тот самый момент, когда они узнали его, он сделался невидим для них. Потому что телесное зрение не нужно, когда сердце воспламеняется верой и любовью к Богу. Именно об этом сказал Христос, обращаясь к Фоме. «Блаженны невидевшие и уверовавшие. Блаженны, потому что не логических доказательств взыскали они, но того огня, который Бог ввергает в сердца человеческие». И христиане веруют в воскресение Христова не потому, что их кто-то в этом убедил, не потому, что они прочли об этом в Евангелии, но потому, что они сами своим внутренним опытом познали воскресшего. На протяжении веков скептический разум человека говорил: «Не увижу, не поверю». А христианство отвечало: «Веруй, хотя и не видишь». Учением о воскресении христианство бросило вызов всему окружающему миру, требующему логических доказательств веры. Но именно на этой вере в воскресение Христа, вере, не подтверждаемой какими-либо осязаемыми доказательствами, но подтверждаемой опытом миллионов людей, зиждется жизнь Церкви вплоть до настоящего времени. После воскресения Христос возложил на своих учеников проповедническую, учительскую миссию. «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам». Однако в первые недели после воскресения Христова ученики все еще не понимали смысл того, чему Он учил их, продолжая надеяться, что Он – тот Царь Израилев, который восстановит утраченное политическое могущество еврейского народа. Для осуществления апостольской миссии, возложенной на них Христом, им необходимо было содействие Святого Духа, которое произошло в день Пятидесятницы. Это событие, описанное в Деяниях апостольских, превратило учеников Христа, простых галилейских рыбаков, людей не книжных и не ученых, в дерзновенных проповедников Евангелия. Сошествие Святого Духа уничтожило в учениках последние сомнения в воскресении Христовом, последние колебания относительно правильности и необходимости той миссии, которая была возложена на них Господом. Когда Святой Дух сошел на учеников Спасителя, когда они заговорили на иных языках, когда почувствовали в себе новые силы и новые возможности, они начали приходить к пониманию своего поистине вселенского призвания, которое заключалось в том, чтобы учить все народы, проповедовать Евангелие всей твари. В момент Пятидесятницы община учеников Спасителя насчитывала несколько десятков человек. Христианская традиция говорит о 12 ближайших апостолах Спасителя и 70 других апостолов. А общее число уверовавших во Христа составляло несколько сотен, ну, может быть, несколько тысяч. В любом случае, это была очень незначительная по численности группа людей. Церкви предстояло пройти огромный путь, прежде чем она приобретет поистине кафолический, вселенский характер. Не может не поражать, с какой быстротой начала распространяться новая вера. Поначалу апостолы, как и сам Христос, проповедовали среди иудеев. В Иерусалимском храме, в синагогах, в частных домах. Однако уже в ближайшие годы после воскресения Спасителя проповедь апостолов вышла за пределы Иудеи и стала распространяться по всей территории Римской империи, а также за ее пределами, причем не только среди иудеев, но и среди язычников. И если проповедь среди иудеев была обречена на относительный неуспех, то проповедь среди язычников открыла апостолам безбрежное миссионерское поле, которое они стали засевать семенами Слова Божия, и семена эти стали быстро давать всходы. Решение о начале проповеди среди язычников было принято Церковью под воздействием апостола Петра, который также первым настоял на отмене обрезания в качестве необходимого условия для вступления в Церковь. Он стал фактическим главой апостольской общины после смерти и воскресения Христа. Его жизнь была наполнена трудами и увенчалась мученической кончиной.
Однако более всех потрудиться в деле просвещения язычников суждено было не Петру, а Павлу, вошедшему в историю церкви в качестве апостола язычников. При жизни Христа Павел, тогда его звали Савлом, не был среди его учеников и после его воскресения был активным противником и гонителем церкви. Но обращение Савла имело не меньшее значение для церкви, чем Пятидесятница. Когда он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Он сказал: «Кто ты, Господи?» Господь же сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь». Деяния святых апостолов. После этого Савл на несколько дней потерял зрение, а затем принял крещение и прозрел не только физически, но и духовно. Из гонителя церкви он превратился в ревностного ее защитника и проповедника. Он совершил 4 миссионерских путешествия и закончил свой проповеднический подвиг мученической кончиной в Риме. Православная церковь прославляет Павла как одного из двух, наряду с Петром, первоверховных апостолов. Проповедуя христианство язычникам, Павел стремился сделать христианскую веру доступной для них, говорил на понятном им языке. Придя в афинский Ареопаг, он обратил к его членам пламенную проповедь, которую начал со слов: «Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны, ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я увидел и жертвенник, на котором написано «Неведомому Богу». Сего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам». Проповедь апостола Павла в Афинском Ареопаге осталась в памяти церкви как замечательный образец проповеднического искусства. Вот ее текст, выгравированный на медной плите в память о великом апостоле и в назидание потомкам. Корпус посланий апостола Павла составляет существенную часть Нового Завета. Значение Павла для последующего развития христианской церкви было столь велико, что его нередко сравнивали с самим Христом. В IV веке Иоанн Златоуст даже утверждал, что через Павла Христос сказал людям больше, чем успел сказать сам Господь во время своего земного служения. Апостол Павел был творцом православного учения о церкви. Он определяет церковь как тело Христово, главой которого являлся сам Христос, как живой организм, в котором каждый член имеет свою функцию, свое призвание и служение. Единство членов тела Христова скреплено единством Евхаристии, совместной трапезы, за которой по молитве церкви совершается приложение хлеба и вина в тело и кровь Христа. Сначала Евхаристия представляла собой скорее трапезу, чем богослужение. Однако эта трапеза сопровождалась чтением Священного Писания, поучением, пением псалмов и затем произнесением евхаристических молитв, носивших импровизированный характер. Как правило, собрание начиналось после захода солнца и продолжалось до рассвета. Постепенно Евхаристия начала обретать черты службы, молитвы стали записываться. Но, несмотря на изменение формы евхаристического собрания, его суть осталась неизменной со времен апостола Павла до наших дней. «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. Для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем». Апостол Павел. Основой апостольской проповеди, согласно Павлу, является вера в воскресение Христа. В то же время он сознает, что проповедь Христа, распятого и воскресшего, это вызов как для иудейского, так и для эллинистического сознания. Ибо и иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости. А мы проповедуем Христа, распятого. Для иудеев соблазн, а для эллинов безумие. Справедливость слов апостола язычников подтвердилась во II-III веках, когда христианская вера
начала стремительно распространяться, встречая отпор как со стороны иудеев, так и со стороны язычников. Но об этом в нашем следующем фильме –